Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатаруяща кипасинду бхивача патитанам павунибхьо вайшнавибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланghayati гирим ят кипатамахам ванде парамананда мадхавам бриндавай тулсидеббхай пиявай кесаваща ча Шна бхакти паде деви сатва ваттвайи намо намаха Нараяна намаскритта наранчаива нараттамам Девин сарасватин вязам тато жайо дирай Шанкитане Кришна катху падеше Гаурия патрашва пракаса неча Садану ракта гуру бхакти йогта Бхакти Прамадак Джагод Барана Дхайям Сада Паривабхагна Вавишчадухам Титас Падам Сива Виранчинутам Сараньям Битатихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнаравиндам Ятпада паллавана качанна мани чатая Виспуриджита кимапикабоду свадарши Пурна нурагра сусагра сарамоти Сарадхикамай када кипам карши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасадихи Гаура бхакта бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Аджануламбита бхужау канака бадату Сангитанай капитару камала яташо Вишамбару диджавару джугадхар бапалу Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибуши тобану бхагам Нараяно прияманга мада апхарам Варанасипурапати бхаджавишанатам Баги саджасвабадане Лакшмир ясача вакшаси Ясастхиде самбихи Вам нишингамахам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари.
Гаурангайка гатир бхажаси тамати си гаурадхама стити Сат-сат-сайка витир гушанга вирати Дустовета нискити Сирупайкарати санатананати Сиживате жостути Сишидханта сарасвати виджаяте Гаурия гостипати Сишидханта сарасвати виджаяте Гаурия гостипати Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, что льстец никогда не сможет стать проповедником. И также он сказал, что проповедь может совершаться двумя способами, позитивным и негативным. Позитивная проповедь, она очень надежна, но занимает много времени, а негативная проповедь очень быстра. Как я могу привести пример, как Камса, Тринаварта, они все пытались проповедовать Кришне негативным образом. Они пытались сделать что-то против Кришны, что автоматически эта проповедь получалась у них такой негативной. И вот негативная и позитивная проповедь мы слышали у них вот Шрилы Прабхупады, но позитивная проповедь, она очень надежна, очень стабильна, но занимает долгое время, как проповедь Рупы и Санатана Госвами. Мы не можем видеть, что они ездили на Запад или в другие страны ради проповеди, но их ачарон, их характер, их идеализм, они являются проповедью сами по себе. Я вернусь к этой теме. И вот Гауди Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад сказал, чтобы утвердиться, в этикете и идеализме Шримана Махапрабху это зовется настоящая проповедь. И кто же настоящий проповедник? Это тот, кто утвердился в этикете, в идеализме Шримана Махапрабху. И он зовется идеальным проповедником. Если кто-то может утвердиться в этом ачароне и идеализме Шримана Махапрабху, то мы можем сказать о нем, что он действительно идеальный проповедник. И вот ачарон, характер, он очень важен. Но можно вспомнить, я сказал, Санатан Госвами говорил перед Харидас Такуром, и вот Санатан Госвами говорит, кто-то хочет проповедовать, а кто-то занимается только ачараном своим идеальным характером. А вот Санатан говорит у Харидаси, что тот делает все, он и ведет себя идеальным образом, и говорит об этом. И вот, чтобы утвердиться в этикете и идеализме Шримана Махапрабху, это очень важно на пути проповеди. И те, кто утвердился в идеализме Шримана Махапрабху, то можно видеть, что такие личности являются идеальными проповедниками. Я говорил о Гауди Миссии, Гауди Матхе вчера, что все участники Гауди Матха, те, кто заняты различным служением, кто-то убирает храм, кто-то в саду какое-то служение делает, и все эти участники Гауди Матха, они прямо или косвенно проповедники.
И вот все участники Гауди Матха, они все проповедники, и как это случается, сейчас я расскажу об этом. И вот Нарахари Прабху, внешне он никуда не ездил для проповеди, а он мать Гауди Матха. И вот Нарахари Прабху, он никогда не ездил куда-либо на проповедь, но его идеализм Адарша, его пример, пример его служения Нарахари Прабху, он был примером для всех, и он был идеалом. И вот все, любые люди, которые приходили в Гауди Миссию, в Гауди Матх или в Читани Матх, если они встречались с Нарахари Прабху, то их сердце менялось под влиянием его идеального поведения и его характера. В Ачаран был настолько могуществен, что смотрите, перед идеальным саду какие-то лицемеры, они испытывают страх, насколько могущественно это идеальное поведение. Люди думают, что те, кто ведет себя идеальным образом, имеют идеальный характер, что они слабы, но нет. И вот люди думают, что кто говорит смиренно, ведет себя смиренным образом, они слабы, но нет, это далеко не так. Характер вайшнава, его идеализм, он настолько могуществен, что если кто-то совершит какое-то оскорбление в адрес вайшнава, то он обречен на духовную смерть. Будьте осторожны. И в читании Бхагавати говорятся такие слова, что тот, кто оскорбляет вайшнавов, если даже Шанкар Бхагаван Сулапани, если он даже он совершит какую-то ошибку, оскорбит чистого вайшнава, то даже он не будет спасен. И вот он будет наказан. И вот мы не можем критиковать никаких гуру и вайшнавов. Мы не заинтересованы в их критике, но мы хотим утвердить совершенную сиддханту во всем мире. Мы хотим говорить об абсолютной истине. Мы не хотим критиковать никого, у нас нет времени, но мы хотим утвердить совершенную сиддханту, поскольку иначе неправильная сиддханта, она уничтожит нашу практику и жизнь. И поэтому мы должны пытаться снова и снова что-то, пытаться сделать что-то. Шрила Прабхупад, Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот все участники Гауди Матха, они все прямо или косвенно, они проповедники не только то, что не то, что некоторые и те, кто живут в Матхе, например, они совершают какое-то служение, они тоже проповедники прямо или косвенно, они все проповедники, как я вот сейчас приведу один пример, чтобы вы поняли. И вот в читании Матхи, например, вот, например, в читании Матхи какой-то преданный совершает служение в саду, кто-то что-то подметает. И вот смотрите, если вот они, в общем, занимаются своим служением, и если кто-то приезжающий в Майпур, он спросит что-то у этого. И вот если какие-то случайно зашедшие люди что-то спросят у таких участников Гауди Матха, то они могут им очень прекрасно ответить, что их ответ, он произведет впечатление на их сердце. Они подумают, что он какой-то подметальщик, а какой-то дворник, а насколько прекрасно говорит.
peculiar soft behavior of Narahari Prabhu, his very charming, И вот так Нарахари Прабху, его характер, его поведение, оно влияет на других, и они вдохновляются его примерами. Таким образом, все участники Гаудиамадха, они прямо или косвенно, они проповедуют. И вот я буду говорить. И вот сейчас я буду говорить об этих примерах. И вот однажды один важный этот судья приехал, чтобы посетить Чайтанья Матхи. Вот он встретился с Шрилой Прабхупадой, чтобы поклониться, но и когда они пришли, они хотели встретиться с Шрилой Прабхупадой, и когда они пришли к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад понял, что их настроение не хорошее, какое-то ложное эго есть у них. И вот они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали: «Мы хотим услышать что-то от вас». Но они сказали: «Я занят служением, вы подождите, и если вы хотите слушать Харикатху, то идите в этот сад и спросите вот этого преданного, и он может вам сказать, он может говорить Харикатху». И вот этот судья пошел, там какой-то человек был в саду, в гамче, просто в какой-то вот такой простой одежде. Он спросил: «Я вот смотрю вот того человека, да, это я, что, да?» И вот они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, что нету саду, куда же идти, где же слушать Харикатху. Вы встретили кого-то в саду? Да, вот того преданного, вот он может говорить Харикатху, идите и слушайте от него. И вот Шрила Прабхупад опять отправил туда этот адвокат со своими спутниками. Судья, точнее, пришел и сказал, что вот Шрила Прабхупад послал нас к вам говорить Харикатху. И он начал говорить Харикатху, и, услышав, он был очень впечатлен. Они думали, что это какой-то необразованный человек работает в саду, но они увидели, насколько прекрасна его речь, насколько прекрасно он говорит. И я тоже написал это в книге «Чатрадер Бимала Прасад». Бимала Прасад – это для этих студентов. Махарадж книгу написал. И вот, в общем, какой-то образованный человек, но Шрила Прабхупад, он хотел посмотреть на его настроение. Его имя было Хаягриф Брамачари. Вот, Аша Махарадж, вот тот человек стал Аша Махараджем. Впоследствии он был в одежде брамачари в то время. Шрила Прабхупад, он занял его в служении в огороде, хотя он был из города, происходил какого-то с крупного города, но все же он занимался по указанию Шрилы Прабхупады этим служением в саду. И вот однажды этот Махарадж вот в гамче занимался этим огородными делами, и вот какая-то образованная семья приехала и спросили что-то у Аша Махараджа, и Аша Махарадж начал говорить на английском, и они были очень вдохновлены, что
какой-то человек, занимающийся служением в огороде, говорит на таком прекрасном английском, они были вдохновлены Шрила Прабхупадой, потом Шрила Прабхупада узнал о их ощущениях от разговора с этим человеком, и то, что они очень вдохновлены, и Шрила Прабхупада был очень доволен. И вот и после этого Шрила Прабхупада отправил его в Мадрас. И вот он отправил Хайгриф, Брамачари Мадава, Госвами Махараджа и других, они помогли ему основать мадх в Мадрасе. И вот таким образом это была такая процедура Шрилы Прабхупады проверять людей. Шрила Прабхупад был очень умен, очень мягкосердечен, но в то же самое время Шрила Прабхупад был очень умен, что он занимал правильных людей в правильном служении. И вот таким образом можно найти, что все участники Гауди Матха, они все прямо или косвенно, они все совершают проповедь, служение прямо или косвенно все. И вот кто-то готовит для Шрилы Прабхупады, может быть, кто-то другое служение совершает, но все же они все заняты в служении. И вот как мы можем войти на путь баджана, это в Чайтанья Чаритамрите говорится очень ясно, асасанга чака и вайшнавхача. Я говорил о вайшнавском этикете, об идеализме, но начало асасанга тяг и вайшнавхачара. Если мы совершаем асасангу прямо или косвенно, осознанно или неосознанно, но все же мы получим результат для этого. Например, если мы примем яд, то эффект от этого яда мы получим в нашем теле, мы получим проявление этого яда, независимо от того, знаем мы про этот яд или нет. И также с сатсангой. И это была просьба Шрилы Прабхупады всегда совершать сатсангу и избегать асатсанги, если вы искренне. Но все же, если вы искренне, то тогда божественная помощь, она придет к вам. И вот почему сатсанга, она столь важна. Бхагаватам в Пуранах говорится, Чайтанья Чаритамрите, в Чайтанья Бхагавате говорится, первое, то, что это асатсанга тьяг. И вот атах душсанга, вот эта шлока. И вот саду из-за своих, благодаря своей харикатхе, харикатха – это его прямое осознание. И вот саду этой харикатхой он может избавить нас от наших заблуждений, от наших привязанностей. И вот благодаря общению с саду мы можем оставить дурное общение. А оставив дурное общение, мы должны стремиться к сатсанге. И вот в этой шлоке говорится, это Шанкарачари, Шанкара, это цитата, что мы должны совершать сатсангу.
и это очень сложно для обычных людей понять. Разницу между сатсангой и асатсангой не все могут, далеко не все могут это понять. И многие они сконфужены, и я могу пример привести. Бхактивинода Тхакур говорит, если мы совершаем сатсангу, но это может быть, то есть мы можем заниматься асатсангой под видом сатсанги, мы можем думать, что это сатсанга, но это асатсанга. Если мы встречаемся с каким-то настоящим саду, то и думаем, что не саду, то это опасно и наоборот, соответственно. И как же понять, кто саду, а кто нет? И вот какие-то признаки, данные Шрилы Прабхупады, я скажу о них. Шрила Прабхупада говорит, я несколько примеров приведу, чтобы вы поняли, кто такой настоящий саду. И вот Шрила Прабхупада говорит, тот, кто всегда занят занят тем, что он делает что-то для Хари, Гуру, Вайшнава, Парихара, Вайшишти, то есть все, что связано с Верховным Господом. И вот тот, кто всегда занят деланием чего-либо, что связано с Гури, с Гуру, Вайшнавами, Бхагаваном, то будьте уверены, что он саду. И также, если вы найдете, что его идеализм, его поведение, его характер, оно совершенно, и тогда вы должны принять такого саду, он настоящий саду. И вы должны следовать его ачару, адарше и всему остальному. И другое, если вы видите, что он не заинтересован в камине, в канчане, в пратиштхе, и вот что Шрила Прабхупада сказал, вы помните? Вот эту шлоку он сказал. И вот тот, который саду, он избегает славы, почета, уважения, не стремится к этому. И если вы видите, что он также он заинтересован говорить об абсолютной истине, абсолютным образом и не стремится к удовлетворению обычных людей, то это один из главных признаков. Если вы хотите понять, кто такой настоящий саду, то вы поймете, что тот, кто не стремится к своей собственной славе, тот, кто говорит об абсолютной истине абсолютным образом, конечно, может говорить как-то сладко, чтобы получить больше почести и уважения, но это не его цель, он избегает лабхи, пуджи и пратишхи. И он хочет говорить об этой абсолютной истине абсолютным образом, это его главные признаки. И вот вы должны понять, что вот он такой человек, саду, кто не заинтересован в своих потерях или приобретениях, он всегда думает только о благе абсолютной истины, и он не делает ничего для удовлетворения обычных людей, а делает все ради Верховной истины. И вот такие главные и второстепенные признаки Сваруп Лакшан и Татаска Лакшан. О них я буду говорить также чуть позже, но перед этим я хочу вернуться к этой теме из Чайтанья Чаритамриты. И вот Чайтанья Чаритамрите говорится, и вот Кай Монаваки Удвег на Дибе. Это шлока из Шри Чайтанья Чаритамриты, и там говорится, что умом, телом и речью мы не должны причинять никому никаких проблем. И вот мы должны контролировать свой ум, свое тело и речь, чтобы не причинять беспокойств никому. И вот цитата из Чайтанья Чаритамриты.
что телом, умом и речью мы не должны причинять боли никому, но что Шрила Прабхупад говорит, кто может понять внутреннее главное значение шастры? Так много всего описано, но кто может понять настоящее значение? Я несколько примеров приведу, чтобы вы поняли, может быть, в читании Читамрите это описывается, но когда мы можем понять вот, Махаджану, вот этот слух о том, что мы должны следовать нашей предыдущей гуруваге, как Шиле Кешава Госвами Махараджу Бхактивинода Такуру, мы должны следовать им в начале всего, и тогда мы поймем. И вот Шри Чайтанья Чаритамрите «Каймана Вакья Кара Удвигна Дебе» говорится в этой шлоке, что телом, умом, речи мы не должны причинять никаких беспокойств, но Шрила Прабхупад перед тем, как оставить свое тело, у нас сказал нам вот эти последние слова. Он сказал, что я был вынужден беспокоить вас всех. Я был вынужден говорить об этой абсолютной истине абсолютным образом. Я был вынужден моей такой сильной речью беспокоить вас, но в какой-то день вы поймете, почему я был вынужден сделать это. Если ваша удача достаточно велика, вы поймете это. И вот таким образом Шрила Прабхупад говорил, чтобы занять их в настоящем Харибаджане, чтобы избавить их от Майават Вичара, избавить их от невежества, от Капат Бхавы. И вот, чтобы избавить их от всех этих проблем, я был вынужден говорить так жестко. И вот таким образом я был вынужден говорить жестко, но Харикатха, она подобна молнии в ваджре. Для того, чтобы разбить это невежественное сердце, Вишванатха Чакраварти говорит, что иногда можно видеть, что зеркало покрыто этим пылью, иногда она покрыта, если долго не чистить зеркало, то эта пыль, она подобна глине становится, и, а если еще дольше, то камнем, и вот таким образом, согласно времени, места, и месту и обстоятельству, Шрила Прабхупад говорит, что вот зависит от того, как говорить харикатху, зависит от времени, места и обстоятельств, кому-то можно как-то сказать как-то сладко, кому-то жестко, чтобы они поняли. И вот когда я воспеваю вандану, то я сердце чувствую, как я должен говорить. И вот это харикатха, она подобна лекарству. И если кто-то дает свои советы, которых никто не спрашивал, какое лекарство нам принимать, то это глупо. Мы не должны жаловаться на то лекарство, которое дает нам Гуру Варга. Может, Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Санта Госвами Махарадж, они говорят жестко, но это то, что нужно для тех слушателей. Если вы хотите избавиться от материальной обусловленности и продвигаться по этому духовному пути, то вы должны слушать все эти наставления Гуру Варги. И в шастрах говорится, что если даже вас наказывают, и вот шаста говорится, что если вас Гурдев наказывает вас, то у вас нет права говорить даже ничего против Гурдева. So to test you, и вот внешние сагодов как-то наказывает нас, то мы должны принять это наказание, как из Упанишат мы знаем, как этого испытывали одного.
как Гурудев испытывал своего ученика и наказывал его за какие-то поступки. Я забыл как его имя, но так или иначе, если Гурудев хочет проверить нас или наказать как-то нас, или какие-то беспокойства нам принести, то мы, у нас нет права ничего говорить против Гурудева. И вот это первое, что мы должны осознать. И вот ваджра, и вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны метать молнии, чтобы ваджра, чтобы разбить покрытие сердца, чтобы достучаться до каких-то определенных людей. И когда это покрытие сердца, оно уйдет, то тогда естественная функция души, она проявится. И это была обязанность Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорил, что кто-то может открыть тысячи госпиталей и университетов и колледжей, но то, что мы... Но то, что дают какие-то материалисты, пытаются какое-то благо людям принести, это очень краткосрочное благо. Но то, что хочет сделать, то благо, которое хочет принести Шрила Прабхупада всему миру, это изменить их сердце. Это такое вечное благо. Если я могу изменить ваше сердце Харикатхой, то тогда не будет Майи, и вы сможете начать Харибаджан. И вот Шрила Прабхупада говорит, тысячи госпиталей, университетов, колледжей мы можем открыть. Да, это, конечно, служение, но это служение, оно... И вот изменить сердце какой-то души, вдохновить его на Харисеву и занять Харисеве, это зовется Джива Дойе, это Сиданта Гаудемиси, Гаудематха. Никто не может сказать так. То, что мы можем ожидать от Шрилы Прабхупады, это уникально. И вот... Pravachanadivhi, Ara Pravachan, Harikatha, you will have to change the heart of common people. This is the procedure. И вот мы должны изменить сердца обычных людей, и такова процедура. И несколько минут назад я говорил, что Ачарон, он более важен, чем проповедь. Если есть проповедь вместе с Ачароном, то это хорошо, но если просто проповедь без должного поведения, без это просто часть кармы, это карма обычно этим занимается. И вот мы должны понять это. Асасангатяк, как понять? Я уже обсуждал это. И вот, может, в Чайтанья Чайтамрите описывается, что «кай манавакья кай удвиг на дибе». И вот какие-то капат-саду, они злоупотребляют этой шлокой. Смотрите, это написано в Сочетании Чайтамрите. Каймана вакьякаре удвиг на дебе, умом, телом и речью. Мы не должны причинять боль никаким живым существам, но Сиддханта Бхакти каково? Шрила Прабхупад говорит. To change the heart of common people, to cut their bondage, whatever treatment I need to give them. Изменить сердца обусловленных душ, избавить их от их обусловленности, может, нужно говорить какие-то жесткие слова для этого, но это наша обязанность. И для того, чтобы избавить их от их обусловленности, мы, подобно доктору, иногда должны пользоваться какими-то не совсем приятными методами. И вот таким образом
обусловленные души настолько обусловленные, что они думают, что хорошо, мы можем слушать какую-то сладкую харикатху, это практично, но нет. И какие-то преданные иногда чувствуют какое-то неудовлетворение, что давно мы повторяем харинам, харибаджан, совершаем киртан, харикатху, но что-то не так все. Но Вишванат Чакравати Пад говорит, они теряют свое терпение. Кто сказал, что вы не возвыситесь? Кто сказал? Кто может посмотреть на эту процедуру? Гуру Вайшнавы могут посмотреть на это и осознать, сколько, как вы продвинулись на вашем духовном пути, они могут чувствовать через ваши шаранагати день за днем. Может, вы выражаете какое-то желание, что вы совершаете служение долгое время, но не получаете результата. Но Гурудев может сказать, кто сказал, что вы ничего не получаете. Но Вишванат Чакравати Пад говорит, когда мы находим вот две птицы. Пример, точнее, приводится. Одна птица, она сидит, привязанная золотой цепью, а другая с железной цепью. И вот смотрите. Если бы птицу привязать какой-то цепью, не столь важно, золотой или железной, то птица не будет радоваться, если будет золотой цепью привязана. И Вишванат Чакравати также говорит, как, если какой-то саду он хочет избавить вас от вашей обусловленности, то на середине вы можете обеспокоиться. Но смотрите, саду уже наполовину избавил вас от таков. Буквально перепилил вашу цепь наполовину, но не полностью, а именно наполовину, даже если на 80% или на 90%, даже если уже на 95% цепь перепилена, то все равно вы будете чувствовать ту же боль. До тех пор, пока вы полностью не избавитесь от этой цепи, то вы не сможете обнаружить, что эта операция долгое время проходила. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Вот кто-то злоупотребляет вот этой шлокой из читания Чайтамриты, Кайамана Вакья Удвигна Диби. И какие-то лицемерные саду, они злоупотребляют этой шлокой. И поэтому наставление есть сказанное Шрила Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупад сказал, что и вот кто-то может злоупотреблять этой шлокой, но с помощью этой шлоки они могут пытаться говорить, что мы не должны говорить какие-то жесткие слова, но это все неправильная сиддханта, та проповедь, о которой я буду говорить подробно на другая. И вот с помощью, и вот, точнее, если мы будем злоупотреблять этой шлокой, то есть это имеется в виду, что эта шлока не значит, что мы должны перестать говорить об абсолютной истине. И вот с помощью этой шлоки мы не должны, прикрываясь этой шлокой, прекращать говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Я уже говорил, что Дживидоя – это определение есть только в Гаудия Матхе совершенным образом, которое и вот какие-то организации могут какие-то эти пытаться помочь какие-то проблемы решить, но Дживидоя, что значит? Это помочь обнаружить нашу вечную сварупу. Если мы поможем определенной душе
обнаружит свое истинное «я», это называется «дживидоя», это настоящее решение, и какие-то лицемерные саду, прикрываясь этой шлокой, они не говорят об абсолютной истине. Но мы не должны забывать, что это не цель, то есть не цель, цель не в том, чтобы не говорить об абсолютной истине, прикрываясь этой шлокой. Но для обычных людей это сложно, и в этом трагедия во всем мире. Сейчас это главная проблема, как понять, кто такой саду, кто такой нет, кого избегать, а кому стремиться, это главное. И вот как долго вы идете на компромисс одной или другой стороной, вы не сможете обрести Шуда Бхакти. И вот на пути Шуда Бхакти, которая показан Гауди Миссии, и вот нет никакого варианта идти на какие-то компромиссы. Кто-то может идет на кто-то какой-то коммерцией занимается, кто-то вот, кто-то просто использует одежду отреченных для сбора денег и занятием какой-то коммерческой деятельности, что строжайше запрещено, но кто это слушает. И вот в этом как раз проблема. И вот поэтому есть возможность для людей неправильно понять настоящего саду. Много примеров, много людей, они приходят к Шриле Прабхупаде с какими-то позитивными мыслями, но иногда, услышав Шрилу Прабхупаду, его сильные слова, они не могут это вытерпеть и уходят. И таким образом саду Гуру Вайшнавы оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. И какие-то люди они заняты, чтобы что-то измерить о саду. Какой это саду, давай посмотрим. И вот таким образом, если мы приблизимся к саду, то никогда мы не обретем бхакти, даже в на пути баджана. И какова основа? Те, кто проповедует, и вот те, кто проповедует, они должны утвердиться на пути Адвайян Таттвы. Они должны осознать, что нет никакой другой Таттвы, кроме одной единой уникальной Таттвы, которая называется Адвайян Таттвы. И это осознание должно прийти в наше сердце. И вот, может, есть какое-то различие в Адвайян Таттве, и это единение в различии, различие в единении. Но смотрите, есть много этого различия в Адвайян Таттве, но все же, куда бы вы ни смотрели, вы но если мы уделяем внимание каким-то этим материальным вещам, это плохо. Настоящий саду, он утвердился в этой Адвайян Таттве, и куда бы он ни смотрел, он видит там проявление Адвайян Таттвы. И вот если я хочу использовать язык Чайтанья Чайтамриты, то я хочу сказать вот эти слова. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит так, и это главный признак настоящего проповедника, кто не... Тот, кто не
смотрит на какие-то внешние проявления какого-то объекта или живого существа. И вот если такой человек смотрит на что-то, он видит душу, как настоящий саду, он всегда думает о последствиях этого явления. На Бенгале мы говорим, что настоящий саду, он... A genuine sadhu, ekjon bastob sadhu, parinam darshi. Parinam darshi means any object, any man or woman, if you are looking. Вот паринам дорши значит любой объект, куда бы саду не смотрел, он настоящий саду не чувствует влечения или отвращения от этого объекта, поскольку он знает, что этот объект он не вечен и Parinam, far-reaching consequence. И результат. Result is very bad. So parinam. This is called the to see what the asadhu is parinam with. A sadhu can see what is going to happen even after 100. Настоящий саду он может видеть, что случится даже через 100 лет. And otherwise. Cannot, he should not go for preaching. Иначе, если у саду нет такого чувства, то не должен проповедовать. И вот он должен осознать, что это Адвайян Татва, это единая Татва. И все разнообразие и многообразие, оно есть в этой татве. И вот перед тем, как начать проповедовать, я могу также утверждение сделать, которое, то, что сказал Шрила Прабхупад перед вот какими-то преданными гаудиями. И вот особенно перед теми, кто собирался проповедовать на Западе, в других странах. Если какая-то обусловленная душа идет на проповедь, то она, вероятнее всего, будет совершать ошибки, она будет смотреть на вещи, привлекаясь или отвращаясь от чего-то, и это будет причиной большой опасности. И такие неутвердившиеся люди на духовном пути, они не должны проповедовать. А кто может проповедовать? Вот согласно в этой шлоке, поскольку жизнь и душа проповеди — это шаранагати. Если у преданного есть шаранагати, то он получит милость и силу Гурудева, и благодаря этому он сможет успешно проповедовать. Your future plan is that I can speak English very nicely. I can speak Spanish, and also I'm very clever. So I can memorize some sastra. Can do. But ultimately, he's going to do some preaching. What he can do with the help of Guru Vaishnava, he can collect some money, position, and fame. Nothing else. So it is called. И вот какие-то люди вместо проповеди просто стремятся к получению славы, почести и уважения. Это просто какая-то коммерция получается, а не проповедь. Если кто-то, прикрываясь славой Гуру Вайшнавов и их миссии, занимается сбором денег или сбором славы для себя, то это большая опасность. Какие-то преданные, мы видели их в своей жизни, они совершали прекрасное служение Гурудеву, но никто не знает, что такие люди иногда ждут, пока Гурудев умрет, и чтобы занять его положение или что-то, или забрать какой-то храм, или ну, еще что-то после ухода Гурудева. И вот настоящий саду, он может
И вот смотрите, и после ухода Гурудева можно понять, кто был его подлинным учеником, а кто нет, и как это понять. И те, кто потом впоследствии пытаются захватить храм Гурудева или его положение, или еще что-то, то есть какие-то люди заняты только этим, а какие-то ученики, они заняты только учением Гурудева, и они хотят распространить, утвердить сначала учение Гурудева в своем сердце и потом поделиться им с другими, и таким образом они помогают позитивно проповедовать. Может, не все поймут, что это позитивная проповедь, она очень медленно, но надежно. И вот какие-то ученики Гурудева какое-то служение совершают, но согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады, они зарплату только за свое служение или пенсию ожидают получить, как какие-то люди, например, уходят с государственной службы и пенсию получают. Ну и так часто бывают люди, которые якобы совершают саву для гуру Вайшнава, кто... А надеяться на получение какой-то зарплаты или пенсии. Шрила Прабхупада тоже давал кому-то пенсию, ну, какие-то деньги, чтобы одурачить таких людей, поскольку Кришна Бхагаван, они исполняют наши желания и дают то, что мы хотим получить. И тот же принцип. Он был принят Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад был очень умен и разумен, как Кришна. Кришна говорил. И вот если кто-то ожидал от Шрилы Прабхупады получить какую-то прибыль, то Шрила Прабхупад и вел себя таким образом. И вот Сиддханте Махарадж говорил, что после того, как Гурудев уходит, то тогда мы можем увидеть, кто подлинный садху, а кто просто лицемер, который стремится захватить побольше собственности после ухода Гурудева. И такие люди, как Равана. И в итоге можно обнаружить, что они теряют в итоге все. И вот Сиддханте Махарадж говорит, если Гурудев ушел, nobody going to give honor to him, maybe in the first stage. Yes, вы увидите какого-то ученика, который с огромным чувством разлуки, он остается только вот с этим огромным чувством разлуки и думает снова и снова о идеализме, об учении Гурудева, и он всегда пытается утвердить это учение Гурудева в своем сердце, и это признак того, что он настоящий саду. И также из Сиддханты Шрилы Прабхупады мы можем видеть, что Шрила Прабхупада иногда он Шрила Прабхупада going to speak Харикатха. И вот он проводил Харикатху на день ухода Гурукиша Дас Бабжи Махараджа. И вот он говорил однажды Харикатху в этот день. Много учеников и всяких людей пришли, чтобы слушать Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада начал говорить Харикатху. А Харикатха Шрила Прабхупада значит Галокавани, и Бхактина такого тоже сказал, что те посланники Галоки или Вайкунтхи, кроме них нет никаких людей, которые могут говорить Харикатху. Шрила Бхактина такого провозгласил. Вот Вайкунтхи – тот Гончара. Who is not in touch with Golok Vaikuntha.
Вот эту шлоку он сказал, что те, кто не находится в соприкосновении с Галокой Свайкунтхой, они не могут говорить Харикатху. Харикатха – это не какая-то лекция, она явится в сердце, она подобна вулкану, подобна водопаду. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что что кроме этих посланников с Вайкунтхи, у которых есть непосредственная связь с этой Вайкунтхой, с Галокой, только они могут говорить Харикатху. Обычные люди, конечно, могут говорить что-то, но это не является Харикатхой. И вот Харикатха, она может изменить наше сердце, и мы почувствуем какую-то реакцию внутри нашего сердца, и тогда будьте уверены, что та Харикатха, которую мы слушаем, несомненно, этот саду полон ачара и адарши, и нет никакого недостатка чего-либо в его жизни, все внутри и снаружи, все гармонично. И вот после ухода Гуру Кешавадаса с Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупад говорил Харикатху перед своими учениками и людьми, пришедшими. И вот Шрила Прабхупад сказал, что сегодня вы заявляете, что сегодня день ухода Гуру Кешавадаса с Бабаджи Махараджа. Вы думаете, так, я знаю, вы думаете, что сегодня день ухода Шрилы Гуру Кешавадаса Бабаджи Махараджа, но я думаю, сегодня день явления Шрилы Гуру Кешавадаса Бабаджи Махараджа, моего города. Как вы можете говорить об этом? И вот Шрила Прабхупада объясняет. Сегодня вы думаете, точнее, мы думаем, что сегодня день ухода Шрилы Бабаджи Махараджа, в то время как я провозглашаю, что сегодня день явления Шрилы Гуру Кешавадаса Бабаджи Махараджа в моей жизни, и как я могу сказать так, Шрила Прабхупад объясняет только и только, вы должны прийти в Гаудия-миссию, чтобы обрести эту совершенную сиддху, иначе вы будете обречены на смерть в духовной жизни. Никто не сможет спасти вас. Другие люди, они бессердечные, просто стремятся к славе, почету и уважению в своей жизни. Они ведут себя как проститутки. Но обрести настоящее, чтобы обрести настоящее благо, вы должны прийти в Гаудия-миссию, я обещаю вам. И вот Шрила Прабхупад говорит. И вот для других людей, они думают, что сегодня день явления Бабаджи Махараджа. И Шрила Прабхупад говорил, какие-то бестолковые люди, они всегда находятся вокруг Гуру Кешавадаса Бабаджи Махараджа, они его покрывают и пытаются доказать, что они великие саваки Бабаджи Махараджа, в то время как Бабаджи Махарадж, он никогда не внешне их не прогонял и не принимал сердцем. И это главное, что мы должны знать, это очень важно, что если Гурдев примет нас своим сердцем, может весь мир он оставит нас, и это главное, или отвернется от нас. Это очень важно, Сиддханта. И вот в тот день я говорил перед одной матаджи, я сказал ей, что вы главная слуга вашего Гурудева, может, какие-то ваши братья в Боге приняли саньясу, но вы главный севак. И это действительно было так. Она организовала большую харикатху и спасла
тысячи людей. Это настоящая Гурусева, и Гурудев был очень доволен ей. Это зовется настоящая Гурусева. И вот суть в том, когда те бесполезные люди, которые покрывали вокруг, жили вокруг Бабаджи Махараджи и пытались доказать, что они столь возвышенные саваки, но Бабаджи Махарадж никогда не прогонял их и не принимал их тоже. Вы должны понять сокровенную суть баджана. Если Гурудев примет нас всем сердцем или Шрила Прабхупад примет нас своим сердцем, то тогда весь мир может отвергнуть нас, но все же мы обретем бхакти, милость от Гурудева. Будьте осторожны. И вот это главное, Шрила Прабхупад сказал, когда какие-то люди могут рядом с Гурудевом находиться, одежду стирать, готовые что-то стирать, убирать и пытаться показать, что вот мы столько служения сделали для Гурудева и надо нам зарплату платить или пенсию. И вот это очень много случаев таких, что люди потом пенсию такую получают от Гурудева, или репутацию, или какого-то такого знаменитого севака. Но такие люди получают то, что хотят, но мы не стремимся ни к пенсии, ни к зарплате. Мы не хотим представлять себя как стремящихся к какой-то пенсии или зарплате. Это не Сиддханта Махапрабху. Махапрабху говорит перед Кришной: «О Прабху, я ваш слуга, я без такой, без слуга без оплаты, не раб, не этот, не наемный рабочий, а вот именно слуга, которого служит». Служит господину для его удовлетворения. И вот, как гопи говорят о себе, что мы такие твои слуги. Причем мы асулкодасика, не те, кто за зарплату работает, а те, кто из-за своей любви служат. И вот таким образом, если какой-то севак ожидает получить какую-то зарплату или пенсию от Гурудева за свое служение, что некоторые заявляют, что мы тут всю жизнь служили, сейчас пора отдохнуть нам, мы так долго Гурудеву совершали, вы что, не видели, сейчас нам отдохнуть пора. Гурудев вот ушел, и больше ничего не надо делать, это такое, рестинг муд называется, такое настроение отдыха. Это больше похоже на торговлю. Торговцы, они не приветствуются на пути вот Харибаджана, на пути настоящего севака. Нету вопроса отдыха или перерыва, или еще чего-то. Это сладость, это великолепие, которое есть в гуру и вайшнава севе. Если вы осознаете это, то тогда вы сможете признать это, иначе ложная философия, она не поможет нам, если в какой-то день мы можем понять. И вот кто-то, если думает, что мы так много служения сделали, сейчас нужно отдохнуть. И если в жизни настоящего преданного нету никакого вопроса такого отдыха, и вот и внешне, если мы даже находим, что иногда такие севаки на пути своей гуру и вайшнава севы какие-то препятствия,
возникают, но все же, если мы будем верно совершать нашу севу, тогда мы достигнем успеха. И Гурудев, и Бхагаван, они примут наше служение. И вот Шрила Прабхупад хочет, что хочет сказать. Сегодня для многих из вас день ухода, но я думаю, что сегодня день явления моего Гурудева, поскольку Гурудев, когда был жив, являл свои лилы в этом мире, так много людей пытались заниматься какой-то коммерческой деятельностью с Гурудевом. Но когда Гурудев ушел, у них не было такой надежды, и поэтому такие люди плачут, когда Гурудев уходит. Я много примеров могу привести, но открыто в интернете не могу. Говорите, так случаев очень много. Кто-то может быть лучшим севаком одного Гурудева. И после того, как Гурудев ушел, этот севак стал безлаберный, бесхарактерный, даже в 65 лет ведет себя как непонятно что. И вот такое состояние гуру-сева – это нечто дешевое. И те проповедники, которые проповедуют, они должны опросить себя, они должны задать себе вопрос, зачем они это делают. Вы должны спросить себя, сколько посвящения, сколько служения мы совершили ради нашего Гурудева, сколько служения вы сделали в нашей жизни, сколько посвящения вы посвятили, сколько вы посвятили Гурудеву, чтобы проповедовать. Может, после того, как Гурудев ушел через какой-то... It is not called success. А еще бывает, что люди везде были неудачные, терпели одни неудачи, и потом пытаются на поле проповеди попытать удачи. If I'm going to use this preaching procedure actually, then I can myself change my heart. И вот, что такое проповедь, если мы по-настоящему будем проповедовать? Что такое проповедь? Это изменение своего сердца и изменение сердец других. Это не какое-то выражение гордости или какое-то... или какого-то беспокойства, нет. Вот согласно этой шлоке, что мы должны быть инструментом в руках Господа, и мы должны думать, что Шрила Прабхупад, он играет на струнах моего сердца. Мы должны быть инструментами в руках нашей Гуруваги. И у нас не должно быть какой-то лично корыстной этой мотивации. Те, кто велики проповедники, они по-настоящему смирены. Я могу показать вам, в следующие дни я буду говорить о настроении Шрилы Прабхупады, Шримана Махапрабху. Я вам покажу и докажу, что Тринадапи Шлока If you are not feeling that you are humble, then the bread of grass. Идеально. Don't go for teaching. И вот, если вы не чувствуете, что вы смирение травинки, то this is one kind of, you know, behavioral science. Не нужно проповедовать, полагаясь просто на какие-то технические умения. You can influence some people somewhere. You know, but preaching is the only seva. И вот есть люди, которые за психологией или какой-то политикой пытаются влиять на кого-то, но это не проповедь, это пропаганда какая-то получается. И вот по-настоящему только настоящий саду может проповедовать, а обычные люди не могут проповедовать, только проблемы возникают. So now I want to explain why Prabhupada is speaking this way. То есть еще проповедник, он должен действовать в соответствии с тем, что он проповедует, иначе это не проповедь, а какая-то карма получается. Шрила Прабхупада говорит, это там, где все общество занято. Maharaj, they are crying. They are crying. They are crying. Gurudev gone.
Но Махарадж пример приводит, что когда кто-то плачет после того, как Гурудев ушел, а Шрила Прабхупад говорит, почему такие люди плачут, поскольку во время жизни Гурудева они могли что-то получать от Гурудева, а сейчас, когда Гурудев ушел, они плачут, и это их плач, это не настоящая Випраламбха. Чтобы понять, кто такой настоящий проповедник, а кто нет, вы должны понять, вот смотрите, при жизни Шрилы Прабхупады, кто пришел, чтобы посвятить ему всю жизнь, кто был готов отдать жизнь за Гурудева, вот они, Нитья Прасады, вечные спутники. Мы должны понять это, и вот Шрила Прабхупада говорит, когда Гурудев ушел из этого материального мира, то Шрила Прабхупада, когда мой Гурупад Падма ушел из этого материального мира, и тогда Гурудев, он... Явится в нашем сердце. И вот когда Гуркишвадас Бабаджи Махарадж являл земную лилу, то также положение Гуркишвадас Бабаджи Махараджа было такое стабильное, ну, в смысле, в одном месте находился. И вот и к нему приходило много людей, чтобы что-то спросить, какое-то преимущество получить от него, но Шрила Прабхупад говорил, когда он ушел из этого мира, то Гуркишвадас Бабаджи Махарадж, он явился в моем сердце как звезда в небесах. И вот сейчас Гурупад Падма, он лишил обычных людей, inside the hall all the time, all along. Поскольку он ушел из этого мира. И сейчас он будет находиться только в моем сердце. Раньше он, конечно, был, но сейчас из-за того, что его никто не беспокоит, он больше внимания и милости будет проявлять ко мне. И поэтому у меня будет возможность служить Гурудеву больше все 24 часа. И это настроение, с которым говорил Шрила Прабхупад. Может, вы сегодня скажете, что сегодня день ухода моего Гурудева, но я думаю, чувствую, что сегодня день явления Гурудева, поскольку через эту випраламбху, через чувство разлуки, я могу видеть, что Бабаджи Махарадж, он находится вечно в моем сердце. Когда чувство разлуки в Випраламбхе достигло своего апогея, то тогда мы можем обрести сангу Випраламбха. Она может дать нам возможность сам Бога. Сам Бог, значит, это общение. И когда эта Випраламбха она достигла своего апогея, то Шрила Прабхупад говорит, что это полная Випраламбха Бхава. Она... И вот в то время Гуркишвадас Бабаджи Махарадж какую-то лилу совершал, и Шрила Прабхупад иногда мог физически общаться с ним, но сейчас этого нет, но из-за Випраламбхи получается больше возможностей для такого общение в уме и в поле проповеди мы можем видеть много вещей, но мы должны изучать эту сиданту, чтобы снова и снова понять, что за проповедь происходит и какие эти преимущества мы можем принять. И смотрите, что Чайтанья Махапрабху говорит, что о Прабху. Даскури дехо море, даскури дехо море бетон прем дхон. О Прабху, you engage me in your servitorship and I need salary. What kind of salary? That I like to get. О Господь, займи меня в служении, и мне нужно. What salary you mean? Према. Према.
и плати меня, плати, а чем же платить премой? О Господь, займи меня в служении и даруй мне прему за это служение. Единственная зарплата, которая мне нужна, это према. И вот Махапрабху также говорит, и те, кто следует Шри Прабхупаде, те саду, они также говорят таким образом. И вот нам не нужно ничего, а единственное, что мы ожидаем получить от тебя, это према. Это настоящая зарплата для нас, настоящая благодарность. И вот Махапрабху говорит перед теми преданными. И вот в тот день я говорил о этих воронах. Those crows are dirty birds. They are going to collect all dirty things. Ну, что, вороны еще какие-то птицы. И вот вороны, они грязные птицы, собирают всякий мусор, питаются падалью, собирают в гнезде все, что плохо лежит. И вот они считают, что какие-то скверные грязные вещи очень полезны им. И также материалисты, они похожи на ворон. Может, материалисты ходить в одежде саньяси или брамачари, но смотрите, внешняя одежда, она не столь важна. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. И так или иначе, ачарон, поведение, характер гораздо более важен. И вот такие люди, как вороны, собирают деньги, положение, славу в обществе, и собирают и купят в своем храме. И topmost, but there's only attention, only attention, the only attention. И вот, в общем, такие люди могут пытаться показать себя очень возвышенными людьми, но единственное, к чему они стремятся, они стремятся только к каким-то... И вот, ну, в общем, как вороны, они стремятся только к какой-то падали. Though I can take sannyas base or brahmachari base to prove that I am elevated personality, but it depends upon my character and efficacy. How different way I am going to, you know, do my exclusive way I am going to do my bhajan. Кто-то может принять саньясу или брамачарию, чтобы доказать, что они возвышенные личности, но это зависит от нашего характера и этикета. Каким образом мы можем совершать наш баджан? Если мы можем If they are going to search out some Lappuja Patishta, Mahaprabhu speaking, and and also in Bhagavatam, in front of Uddhavji Maharaj, Krishna Bhagavan speaking, Uddhav, those who are going to take renounce order, enter into renounce order. Mahaprabhu говорит, те, кто принимают саньяс или брамачарья, те, кто не стремятся к лапхе, пуджи и пратишти, то Махапрабху говорит, и Бхагаватам перед Удавой Кришна, Бхагаван говорит, те, кто then you are going to leak out all that vomit that already you made some time before. So Krishna Bhagavan going to give this example. Those who are in the base of sannyasi, brahmachari, actually those who have fallen soul, they wanted to prove that we are sannyasi, but actually they are fallen soul. For them, Krishna Bhagavan speaking, they are actually bantasi. They are going to leak out the vomit
They are going to vomit, actually. И вот Махарадж пример приводит, что Кришна такой пример приводит, что те, кто находится на положении саньяси и брамачари, но такие люди, они иногда бывает, что они падшие души, но ходят в одежде саньяси. И вот Кришна Бхагаван, он сравнивает таких людей с теми, кто ест то, что они уже съели, вырвали эту блевотину, они опять поедают. И вот поскольку те саньяси брамачари, они отрекаются от всяких материальных вещей, но если они потом, отрекнувшись, однажды опять стремятся к этим материальным вещам и удовлетворению чувств, это вот подобно к поеданию того, что они уже съели, вырвали, и опять эту блевотину поедают. И вот Джагадананда пандит говорит, all the time he should be busy. So Jagadananda Pandit giving one warning: if you are really interested to do Haribhajan, if you are really interested to maintain sannyas, acharya, not it is one kind of show business. Sannyas Vrata means is one kind of resolution that you have taken in your life. By body, speech, and mind, you have no right to go for any sense of enjoyment. Стерегает нас, что если мы действительно заинтересованы в Харибаджане и в поддержании своей саньяса-враты, саньяса-врата — это не шоу-бизнес, это не делание что-либо на показ. Саньяса — это когда мы решили, мы приняли обет, что ни телом, ни умом, ни речью мы не будем стремиться ни к какому удовлетворение чувств. А это возможно только тогда, когда мы займем себя полностью в Кришна-бхаджане, иначе нет. Поскольку, видите, мы видим такие слова. Материана может приносить нам какие-то беспокойства. Как можно видеть, какая-то эпидемия, она пришла, но потом вроде как кончилась, но потом с двойной силой приходит. И вот такая процедура, показанная Кришной в Гите, я вот в какой-то день объясню, но наилучшее объяснение данное Шачитани Махапрабху и нашей Гурварга я хочу здесь привести, поскольку Гита, она открыта для всех. И вот я хочу сказать, я хочу следовать Шачитани Махапрабху и Гурварге. И вот внешне можно показать, что мы находимся в отреченном укладе жизни, но внутри ума мы как-то без своего ума мы беспокоимся, поскольку в нашем уме много всяких материальных вещей, которые беспокоят нас. Кришна Бхагаван говорит, что это подобно лицемерию. И если мы внешне отреклись от каких-то материальных вещей, но потом они будут пытаться опять прийти в нашу жизнь с двойной силой. И как это случается? И вот говорится, что до тех пор, пока мы не достигнем вкуса к наивысшей расе, я детально буду обсуждать это. Напомните мне, если я забуду, и в дальнейшем я приведу пример, если вы получите вкус к наивысшей расе, и так или иначе, если ваш, благодаря вашим усилиям йоги, гьяне, пранаяме, и вот смотрите, если какой-то саду с пранаяму совершает, но он ее вместе с санкиртаной совершает, как Шрила Прабхупада ходил и повторял харинам. As I was
И вот эти слова значат, что до тех пор, пока мы не получим вкус к высшей расе, мы не оставим материальные расы. Материальные расы, они могут внешне показывает, что мы в каком-то отвлеченном укладе жизни находимся, но должна быть, смотрите, юкта вайрагья, я уже научно объяснял в предыдущих лекциях, и если вы не примете юкта вайрагью, вы не сможете проповедовать и не сможете достичь такого отреченного уклада жизни. Только через юкта вайрагью вы сможете все это понять. И что же это Девананда Пандит говорил? Вот такие слова. Mouth, you are speaking. Gorarami, Gorarami, bolini, it is not proper to speak, only to speak. Gorar bichar, Gora, if you are going to accept from her, что же он говорит? Очень прекрасные слова. Джагатананда говорит, если я буду говорить, что я посвятил себя Горанге, но просто говорить это языком на словах этого мало. Еще просто говорить этого мало, нужно еще и следовать Гора Вичару. Если мы примем весь этикет, весь характер, все поведение Гуранги Махапрабху и будем вести себя таким образом, то тогда и только тогда вы сможете понять. И вот кто-то может говорить, что просто... Tilak matthuri. I am putting tilak and mala everything. То есть просто говорить, что мы следуем Гуранге, этого мало, нужно еще исследовать на деле и принять весь его идеализм, и тогда мы сможем получить какой-то конкретный результат. Then Gora can arrest me. А если кто-то просто на показ совершает баджан, то ничего хорошего в этом нету. You know regulation of Chaitanya Mahaprabhu. I can discuss all the you know, so Krishna Bhagavan speaking, when we are going to vomit, we are going to renounce matter, but inside your heart, still there is matter. It is called kapatbhava. In that case, sannyasi can take, you know. И тогда Гуранга Махапрабху, если мы будем делать это на показ, то он может поймать нас и буквально выкинуть. И вот Кришна Бхагаван говорит, когда мы отрекаемся от материи, но внутри сердца, если эта материя осталась у нас, то это зовется лицемерием. И в этом случае саньяси может на показ вести себя как саньяси, но по факту уже пасть. И Кешава Госвами Махарадж говорит, что когда кто-то что-то выблевал, и вот эту блевотину он опять ест назад, ест снова, это вот, похоже на таких саньяси, которые отрекаются от материального, и потом опять это принимают. И вот тот путь, который показан Шри Прабхупада и Шрила Бхактивинода Такура, мы должны следовать им. Мы должны следовать нашей гурварге, те, кто находится в наставнической преемственности с Шрилы Прабхупады, не на показ, а полностью. И мы должны следовать Шри Прабхупаде все время. Мы должны следовать ему. И вот если есть камана-васана, какие-то желания, надежды в нашем сердце, но пытайтесь избавиться от них, если вы будете пытаться на... И вот, в общем, вы еще будете потыкать своим желанием, то различные апаратхи, анардхи и посторонние желания, а не абхилаши, они появятся в нашем сердце, в Бхагаватам. So говорится, anyhow, вот if you шлока. Have some desire inside your heart, still you must show your sincerity. Maharaj, what to do? I have some desire inside my heart. I have some anartha. What to do, Maharaj? Please help me. I am speaking in front of Gurudev, Bhagavan. Then automatically I can get some divine help. Shortly, I can go out of any kamana vasana. И так или иначе, если у нас есть какие-то желания в нашем сердце, все же мы должны искренность нашу, мы должны быть искренни,
мы должны осознать, что у нас есть какие-то анархи, и тогда автоматически мы получим божественную помощь, и вскоре мы сможем избавиться от этих материальных желаний. И вот смотрите, в этой шлоке также говорится, у нас может быть желание, может и не быть желание, но все же мы должны, нам дается совет совершать Хари Баджан Кришне, поскольку Кришна, Он единственный Верховный Господь. Кто может помочь нам избавиться от этих желаний? Читание Читамрити говорит, когда Хайрамананда обсуждал, что с Махапрабху, и вот там Кришна говорит, какие-то преданные хотят совершать баджан, они преданные, но у них есть какие-то желания, они совершают Кришна баджан и молится об обретении каких-то благ. И Читание Махапрабху говорит, в настроении Кришны, он сам Шри Кришна. I can give the nectar of my lotus feet, and very shortly he can forget the. И вот Махапрабху говорит об настроении Кришны. Кришна говорит, о, эти глупцы совершают баджаны, но надеются обрести что-то материальное. И зачем я буду давать им этот яд? Лучше я дам им чаранамриту, нектар с моих лотосных стоп, и очень скоро он забудет о своих материальных желаниях. Он почувствует, что ему нужно совершать харибаджан, он забудет все. И вот Махапрабху говорит, он выражает настроение Кришны, что я Вигья, я сверхдуша, я вездесущий, всезнающий. И вот в Бхагаватам, в первой шлоке, говорится об этом, Савигья Сарат. Кришна, Он вездесущий и всезнающий. Кришна может узнать, что где случается всегда. И вот поэтому, чтобы понять величие Кришны своего ума мало, только по Его милости можно это понять. И вот Кришна говорит, что я помогаю людям избавиться от влечения к матери. И в Гите также говорится об этом, но не всегда можно сразу понять вот это шлока, когда он, когда что-то, когда мы получаем что-то высшее, то вкус к нищему автоматически уходит, и это обязанность гуру и вайшнавов, чтобы вдохновить других к совершению баджана, показать им нечто высшее, чтобы вкус к нищему автоматически отпал. И вот это единственное желание Гуру Варги и Бхагавана, что обусловленные души, они должны избавиться от материальной обусловленности. И также есть раса в материи, и те, кто получает вкус к высшей расе, они избегают материальных рас, и таким образом, и Шримад Бхагаватам описывается, help you to cut material bondage because only it is a standing standing commitment of Krishna. Парашампарам, это должно быть в виде линга там, что это должно быть, любые желания могут быть, но только Кришна, Верховный Господь, Он может помочь нам избавиться от материальной обусловленности, поскольку это обещание Кришны. All it is my duty to give full protection. Like только и только никакие полубоги и никто еще не могут обещать нам такого, то что я помогу
им есть, независимо от того, есть у них желание или нет желания, или что-то они хотят получить сейчас или в будущем, это моя обязанность защитить их. Как Панчапандава, вы знаете о них, Бхагаван защищал их, он даровал им, дал им что-то, дал царство и все прочее, и это обязанность Кришны защищать нас. И только вездесущий Верховный Господь, он может сказать так, никакой полубог не сможет заявить этого, Кришна может помочь нам. But still, Krishna is going to arrange the situation in such a way so that bonded soul can come out. И хотя Кришна самодостаточен, но все же Кришна чувствует, что я должен. Он чувствует, что он хочет получить больше и больше разных отношений с новыми преданными, и поэтому Кришна, он, хотя он самодостаточен, но все же он делает так, чтобы обусловленные души возвышались и обретали бхакти, прему, расу и обменивались этими чувствами с Кришной, чтобы Кришна наслаждался больше и больше. Хотя Кришна может наслаждаться бесчисленное количество жизней, но все же Кришна хочет обмениваться этой премарасой с бесчисленным числом преданных. Кришна, он уже находится в Нагалуке. Сасасай кабитири кусанга бирати, дусто бетханискити, сиру пайкарати санатананати, сиживате жосути, сишиданто сарасвати бижаяте, гория гости пати, сишиданто сарасвати бижаяте, гория гости пати. Кипая хори кетана мурти дарам дарани варахарак гаураджанам жанакадика васаласнегда падам панамами садапабху паду падам панамами садапабху паду падам панамами садапабху паду падам ванча калпадурасике пасинд бевча патитанан павана бхавишна бью намо.